Владимир Чепелин – лучший из белорусов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Анхольце. С одним промахом он занимает 9-е место. Отставание от победителя норвежца Йоханнеса Бё – минута 32 секунды. В очковой зоне и Роман Елётнов. Два неточных выстрела – 34-я позиция. Завтра на итальянском этапе гонки преследования.